остановись. Делаю. Что я наделал?
Я ведь забыл накрасить нам губы. Забыл, ну что ж ты, вылетело так из головы-то у меня. Сейчас я вам накрашу, у меня самая лучшая помада губная, да. Самая лучшая, самая классная. Сейчас я себе накрашу. Накрашу себе сначала. Вот так-то вот другое дело. Совершенно другое дело. А давайте теперь вам накрасим губы. Хорошо.
телефон, телефончик, телефон, звонит, телефон. Алло. Да. Здравствуйте. Слушаю вас. Записаться на четверг? Конечно, можно. У нас самый лучший салон визажа в нашем городе. Приходите, мы вам сделаем скидочку 50%. Конечно, вы будете самые красивые. Приходите. А по какому поводу визаж? Свадебный. Это мой любимый вид визажа. Я даже знаю, каким цветом мы вам накрасим губки. Уже знаю. Приходите обязательно. Да. Насколько вас записать? О, вы знаете, у меня практически все расписано. Да, буквально сейчас даже занят с клиенткой. Да, делаем красивый макияж, делаем, да. А, давайте вас запишу на 10. На 10 вас записать, да? Так, а имя как ваше? Ага. Так, да, и номерочек телефона, вот этот можно, да, так, ага, записал. Прекрасно, приходите, буду ждать, обязательно, конечно. Сколько времени нужно? Ну, где-то, наверное, часика полтора-два. Я думаю, нам с вами хватит. Ну что, все будет на высшем уровне. До свидания. Я прошу прощения, отвлекся. Клиенты, знаете ли, клиенты, они ждать не будут. А у меня сегодня, кстати, еще 3 записи, поэтому надо с вами уже как бы заканчивать побыстрее, да. Побыстрее надо с вами заканчивать. Надо как-то с вами побыстрее, как бы с вами. Сейчас мы еще антисептиком пройдемся. Пройдемся антисептиком сейчас. Чего на меня так смотрите? Я же сказал вам, что я уверен, что вы обязательно победите на конкурсе. Что странного такого? Я же сказал, что это самое. У нас следующие клиенты вот скоро будут приходить. Вы давайте потихонечку освобождайте кресло и идите, давайте уже домой. Я не знаю, куда вы там шли. Это самое. И не надо вот это вот тут. Да. И не надо вот это вот тут. Вот мне вот это вот смотреть на меня вот это вот. Чего вы смотрите? Знаете, сколько у меня клиентов? Я топовый визажист в этом городе, что у меня профессия такая, издержки, знаете ли, профессии иногда психую, бывает, да. Ну, подумаешь, я губы маркером накрасил, идите, вытрите их, и нормально все у вас будет. Это самое, все остальное, это красиво, правильно ведь? Красиво, да? Красиво. Я так и знал, что красиво, вам понравилось. Прекрасно. Да, скидку 50% я вам обещал, да, было дело, да. Да, можете оплатить там на входе, это самое, положите денежку, идите, все, да, и следующую позовите, пожалуйста. Да, спасибо, еще будете обращаться к нам? Будете? Прекрасно. Ну что ж, тогда смею откланяться. До свидания, всего доброго. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал, а также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то
то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!